Дождливая погода в воскресенье не испортила хорошего настроения, а лишь создала неповторимую атмосферу, которую дополнил праздничный концерт. В нем приняли участие группа «Иванушки Интернешнл» и другие исполнители. Ближе к вечеру дождь усилился, но сотни человек все равно решили дождаться основной части праздника, а именно салюта в честь любимого города. Когда отгремели последние аплодисменты, небо над головами собравшихся осветили праздничные залпы. Красочный фейерверк стал прекрасным восклицательным знаком завершения праздничных выходных. Ну а прямо сейчас прогноз погоды.